На этом участке дороги уже к середине октября положат новый асфальт. Работы предполагается проводить по одной полосе в две смены – в дневное и ночное время. А пока автолюбителям придется тесниться в пробках. Со вчерашнего дня по улице Бабушкина в направлении центра города от поворота в 102-й квартал до поворота на улицу Орловскую дорога была закрыта. На сегодняшний день установлены дорожные знаки, предупреждающие о проведении дорожных работ. Хотелось бы обратиться к автолюбителям, если дорожные знаки где-то либо снесли, либо установлены с нарушением ГОСТ, обращаться в подразделение госавтоинспекции. Схемы городских маршрутов, идущих в этом направлении, потерпят небольшие изменения. Теперь путь 32-й, 40-й, 70-й, 71-й, 80-й, 92-й маршруток будет пролегать через 102-й квартал, кладбище, далее по улице Гусиноозерская и Орловская. В обратном направлении все останется без изменений. Ну, то, что дорогу ремонтируют, меня это очень радует, потому что дорога изначально была убитая столько лет. Хотя вы что-то начали ее делать, это уже большой плюс города идет. А то, что пробка, это ничего страшного. Закроют движение и на улице Кирова. Тут тоже проводятся ремонтные работы, но уже по замене теплотрассы. Автобусные маршруты, идущие в направлении Октябрьского района, будут пролегать через улицу Свободы, далее по Банзарова, Ленина и Кирова. Илья Бельков, Руслан Хороших, Дмитрий Тарасов. Новости дня.